начало поста нас всех обязывает к тому, чтобы мы не только положили для себя начало вот этого пути, но в первую очередь мы должны очень осознанно пройти путь нашей земной жизни. С каждым великим постом, с каждым днем нашей церковной жизни мы будем шествовать как по ступенькам все глубже и глубже в понимание именно цели и смысла жизни. Цель и смысл земной жизни мы никогда не поймем без Бога. И сегодня я несколько слов кратко скажу о том, что легло на сердце. Мы много с вами говорим о том, что никто нам сегодня не может открыть, как произошел этот мир, как произошла жизнь, как произошли объективные законы. Как произошли живые существа и человек. Только когда мы обращаемся к Богу, нам ясно открывается все, что было и как было. Бог сотворил себе ангелов-помощники. Ангелы бессмертные. Они обладают свободной волей. Ангелы разумные. Но ангелы не могут творить ничего. Они только служебные духи. Ангелы сотворены для того, чтобы помогать Богу в тех делах, которые Бог творит. В конце творения земного мира Бог сотворил человека. Вот человеку Бог дал этот мир, верил ему его. Бог не только земное существо, но и космическое существо. Вселенское существо. Бог сотворил человека быть ему помощником в его делах. Но в отличие от ангелов, Бог благословил людей размножаться на этой земле и возделывать эту землю. Центр этой жизни – человек. И вдруг происходит нечто. Сначала повреждаются ангелы, не устояв в свободной воле в служении Богу. И мы должны с вами знать, обязаны всегда помнить об этом, что 1/3 ангелов отпала из Царства Божия. Нам не говорит Бог, сколько ангелов было в количественном плане. Сказано, что 1/3 отпала. Мы знаем, что 1/3 этих ангелов оккупировала Землю, оккупировала ближайшие планеты. Ангелы обладают такой феноменальной силой, что Серафим Саровский, которому был открыт весь духовный мир, он сказал, что один бесенок может коготком сбросить земной шар с оси. Такой обладает они силой. Люди, жив рядом и ходя пред Богом, Адам и Ева,
Адам взятый от земли, Ева взятая от Адама. Люди обладали такой благодатью, что мы можем сказать точно, что Адам и Ева были людьми духовными, не душевными, не телесными, духовными. Они не вкушали мясо, они не вкушали рыбу, они не вкушали то, что мы с вами называем пищей. Их пищей были семена. Это совершенно другая природа. Это другая совершенно функция тела. Они были духовными. Когда мы говорим о человеке, что он духовный по Богу, когда мы говорим о человеке, что он духовный от Бога, это означает, что он обладает Духом Святым, а Дух Святой несет человеку дары Святаго Духа. Премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие, страх Божий. Из этого вытекает рассуждение, понимание, творчество и служение. Если мы говорим, что Адам и Ева были совершенными в этом, если они были духовными, то представьте себе, какими дарами, какими феноменальными духовными возможностями обладали первые люди, от которых прошло все человечество. Но Бог всегда еще учитель. Он педагог. Он не только нам дает закон, не только дает нам цель, но еще что он делает? Как педагог он нас воспитывает. А воспитание – формирование типа личности. Господь говорит и создает условия, чтобы мы стали такими, какими Он нас ожидает видеть. И мы знаем, что как педагог Бог попустил Еве, именно Еве, встречу с падшим высшим ангелом. Почему Еве, а не Адаму? Потому что род человеческий воспроизводится через женщину. Женщина должна быть совершенной. Если женщина несовершенная, она будет рожать несовершенных детей. Если женщина несовершенная, она выберет себе несовершенного жениха и мужа. Если женщина несовершенная, она будет зачинать детей не в то время, в какое положено. Если женщина несовершенная, она не будет обладать дарами Бога и с Богом общаться не будет. Сегодня мы видим огромное количество таких женщин. Большинство. Всякий изъян, который есть в семени мужа, и всякий изъян, который есть в природе женщины, отразится обязательно на детях. Это объективный закон. Что посеем, то и пожнем. Посеем сегодня весной семена слабые, слабый будет урожай. Если мы не поможем этим семенам, которые мы посеем, водой, которую будем поливать, если будет засуха, окучиваем его, возделыванием земли, семена заглохнут. Если мы не будем помогать семенам, убирая сорняки, сорняки забьют семена. Все, что я сказал, ложится в первую очередь на волю и природу женщины. Женщина получает от мужа только семя.
А дальше уже и ее природа, ее дело, ее деятельность, она вынашивает семя. Как нужно готовить девочку для будущей брачной жизни? Немыслимо. Поэтому все, что сегодня происходит в нашем мире, в нашей жизни, все, что мы называем проблемами, это от того, что девочек никто не готовит для будущей брачной жизни. Тем более для семейной. И когда эта встреча Евы, а Ева переводится на наш язык «жизнь», произошла с падшим ангелом, и Господь попускает экзамен, Он предупреждает Адама и Еву, чтобы они вкушали от плодов дерева познания добра и зла. И сейчас вот это совершится. Совершенная в человеческой природе Ева встретится с падшим ангелом, который может ноготком сбросить земной шар с оси, обладая такой силой. И человеческая природа Евы не выдерживает. Духовная Ева опускается на нижний, на низший уровень своего бытия, на телесный уровень. В человеке дремлет нервная система и органы чувств. Дремлет. И вдруг в Еве начинает мощно работать нервная система, органы чувств, и дальше что? Включается действие сердца. А дальше начинает работать кровь и получать эти импульсы. Дальше духовное начало в Еве становится душевным. Теперь мы называем уже не дух в Боге в человеке, а душа в человеке. Как бы дух материализуется, и мы видим перед нами уже новая личность. Ева совершает действие по отношению к Адаму, и Адам падает, не выдерживает, он тоже вкушает плоды, которые Бог, Творец запретил вкушать. Христос говорит, по плодам их узнаете их. Какие плоды были вот этого падения человеческой природы? Бог желает вернуть их назад в первозданное качество. И Он начинает по иерархии, Он не обращается к Еве сначала. Мы зададим наивный вопрос. Бог знает, что они совершили? Конечно. Они знают, что они нарушили заповедь Бога? Конечно. Но Бог, желая их вернуть, иерархически сначала обращается к Адаму. Адам, где ты? Но Адам уже другой. Он уже увидел себя нагим. Он уже прячется от Бога, хотя раньше ходил перед Ним, беседовал с Ним. Теперь он скрывается от Бога. В нем стала работать совесть. И когда стала в нем работать совесть, голос совести, это голос Бога в человеке, тогда Адам и спрятался от Бога. Адаме, где ты? Здесь я, Господи. А что ты от меня прячешься? А я ногой, Господи, я ногой. Скажем, что он был ногой не только потому, что его тело было нагим. Он ногой стал еще потому, что он утратил Дух Святой.
Он стал как животное, но способное рассуждать, способное творить, способное понимать. Ни Адам, ни Ева, никто не сказал главного слова, которое каждая мать ожидает от своих детей, когда они что-то нарушат. Каждая учительница ожидает, когда ученики скажут: «Прости меня». Ни Адам, ни Ева не произнесли этого ключевого слова. И у них начинается новый период жизни. Вот мы находимся в этом периоде жизни. Когда сегодня люди говорят, что Бога нет, потому что если бы Бог был Бог, они говорят, то разве Бог попустил бы столько зла? Разве Бог попустил бы столько горя на земле? Столько невинных смертей, в том числе детей? Я умоляю и прошу вас, чтобы вы всегда помнили, если бы Бог за нас что-то решал, тогда в нас не было бы необходимости. Но Бог нам дал свободную волю. Иногда мы видим, как человек очень долго грешит, и вроде ничего нет. Свободная воля в нас. Мы можем вступить в брак, а можем не вступить. Мы можем пойти в храм, можем не пойти. Мы можем поститься, а можем не поститься. Мы можем выбрать себе любое ремесло, любую профессию. Это наша свободная воля. 30 миллионов человек уехали из России и живут незнамо где. Итак, какие плоды? Когда они стали телесными людьми, они, естественно, стали совокупляться. И зачали детей, и родили двух детей. О двух детях первых нам повествует откровение Бога. Архангел Михаил продиктовал Моисею эти книги, в которых написано генезис происхождения творения Бога. Они рожают двух детей Каина, нам это слово с вами знакомо, и Авеля, младшего. Каин возделывает землю, он земледелец, как и благословил Бог. Тело надо кормить, тело надо пропитать, тело нужно одеть, тело нужно обуть и защититься от стихийных факторов в нашей природе. А Авель был пастух, пастырь. Это прообраз Христа. Каждый из них, когда получал урожай в своих трудах, часть отдавали Богу. И вдруг Каин замечает, что Бог лучше принимает у Авеля, чем у него, плоды его труду. И вдруг появляется действие первого греха. Появляется некая поврежденность в старшем первом сыне. У Каина появляется зависть. Ревность и зависть. Вы знаете, когда человек завидует, это ужасно. Я в жизни встречал очень богатых людей, точнее, детей богатых людей, которые, когда я спрашивал, какая у вас зависть,
когда они мне говорили, какая у них зависть. Я даже не мог представить себе по-человечески, что это возможно. Обладать такой завистью. Бог не желает, чтобы совершилось то, что будет сейчас совершаться и совершится. Бог, видя состояние и муки души и сердца и крови Каина, говорит ему: господствуй над своим грехом. Господствуй, будь господином своего греха. Но Каин ничего сделать собой не может. И Каин проливает первую кровь невинного, единокровного, единородного своего брата. Он его убивает. Видимо, такое раздражение было крови, видя такое возмущение крови, возмущение нервной системы, возмущение сердца, что он не справляется с собой. Как позже не справится с собой Иуда и многие-многие люди. Вот это есть первое знание, которое мы обязаны с вами знать. Итак, какие плоды грехопадения Евы и Адама? Когда говорят нам, было грехопадение Адама и Евы? Нет, было грехопадение Евы и Адама. Чтобы нам понять свою жизнь, почему она складывается так, а не иначе, чтобы нам понять жизнь наших родных, близких, соседей, даже, может быть, поведение наших правителей, нам нужно знать вот это. Грех. Каждый человек носит в себе грех. За эти сотни поколений каждый из нас рождается уже с грехом. Иногда родители ведут себя так, все 9 месяцев, пока вынашивают ребенка, что, скажем, страшное, лучше бы они не рожали. Потому что иногда рожают этих детей для мук не только самих этих детей, но еще и самих родителей, и врачей, и учителей, а потом жен и мужей. Если бы сейчас каждый из вас с сегодняшним разумом, с сегодняшним пониманием начал бы снова жизнь молодости, разве вы совершили бы то, что мы совершили? Я пришел к выводу, что мне нужно прожить 4-5 жизней, дожить до 70 лет, снова начать с одного года, но мне уже 70 лет, еще 70 лет, еще 70 лет, еще 70 лет. Тогда, может быть, мы придем в какое-то состояние понимания. Сегодня это главное. Через это мы можем понять наших детей. Многие матери говорят, лучше бы я тебя не рожала. А может быть, когда-то и мы с вами так себя вели, что и наши матери нам тоже это говорили. Лучше бы я тебя не рожала. Мы пришли с вами в церковь Бога. Мы с вами находимся сейчас в храме, в доме молитвы, мы находимся на поле Бога. Мы с вами приходим в наш дом, и в нашем доме иконы, наши дома освящены молитвой, святой водой,
изучением и чтением Священного Писания наши дома тоже поле Бога. Наши браки могут быть полем Бога, потому что мы их заключили в церкви перед лицом Бога, перед лицом ангелов, святых и Божьей Матери. И вот сегодня, в этом начале первого дня Великого Поста, я еще скажу несколько слов всего. Что желает Бог от каждого человека, независимо от национальности, от пола, возраста, сословия, цвета кожи, расы? Бог от каждого из нас ожидает только одного. Он ожидает от нас, чтобы мы, первое, освободились от того, что мы называем грехами, от болезней греха, у каждого свои. У одного грех – зависть, у другого грех – воровство, у третьего – прелюбодеяние, у четвертого – блуд, у пятого – казнократство, у каждого свои грехи. Но мы знаем, что иногда грехи так держат человека, болезнь греха так страшна. Например, наркоман, например, алкоголик. Когда у человека помрачается рассудок, он даже не способен рассуждать, не способен понимать, когда напьется. Поэтому народ говорит о пьяницах, пьяному море даже по колено, море. И мы знаем, как страдают пьяницы, когда они отрезвятся утром, а может быть вечером. И когда они увидят, что они наделали, многие из них рыдают и плачут. А потом снова это делают. Самое страшное в нашей жизни – зависеть от греха. Иметь зависимость. Но мы с вами уже сказали, что за каждым грехом стоят падшие ангелы. Падшие ангелы так завидуют людям, они не желают никому никакого спасения. Падшие ангелы не желают никому из нас, чтобы мы снова стали совершенными, как были Адам и Ева до грехопадения. И мы тогда говорим с вами, а что же есть цель и смысл жизни по Богу? Цель и смысл жизни по Богу только в одном – освободиться от грехов и приобрести максимальное совершенство. Сначала нравственное, а потом духовное. Еще одно знание, которое должно с нами быть всегда. Всегда нас сопровождать должно по жизни. Еще одно знание. Мы никогда не умрем. Это так страшно. Это вот как сейчас нам вдруг бы сказали, что утром начнется война. Вот что бы вы делали сейчас, нам сказали, утром начнется война? Когда я был сейчас в Сербии, и мне приходилось часто выступать в разных аудиториях, встречаться с разными людьми, я однажды на большой аудитории, где было 500 человек, говорил и вдруг неожиданно сказал, говорю, представьте себе, что сейчас на планете Земля будет выключен свет. Люди пришли в какой? Они пришли в такое состояние. Все поняли, все остановится. Самолеты, пароходы, ракеты. Все остановится. Рестораны перестанут работать.
Потом я еще кое-что сказал. Говорю, представьте себе, что вдруг рванет все оружие, которое накоплено человечеством. Может быть, они меня забудут, но эти два факта они никогда не забудут. Мы должны всегда помнить болезнь греха. Мы должны всегда помнить о падших ангелах, которые желают нам только зла. И мы должны всегда помнить с вами о том, что мы предстанем пред Богом. Я умоляю вас, чтобы вы всегда об этом помнили. И когда юноша подошел к Христу и спросил его, что мне сделать, чтобы наследовать Царство Божие, Христос сказал ему, живи по заповедям. И будешь наследовать Царство Божие. Но когда он услышал от этого юноши ответ, юноша сказал, я с самого рождения живу по заповедям Бога. Для него заповеди Бога как норма жизни. Он так понравился Христу, что Христос сказал ему, а если ты хочешь быть совершенным, пойди продай свое имение и все, что у тебя есть в собственности. Все, что ты получишь за это, раздай нищим и приходи ко мне. Он хотел, чтобы этот юноша стал его учеником. Не получилось. Юноша развернулся и ушел. Он оскорбил, стал скорбить. Он не может переступить внутри себя, чтобы отказаться от этих материальных вещей, предметов. Да еще какое дело, продать свое и отдать нищим. Войдет этот юноша в Царство Божие? Войдет. Как нравственный человек. Но совершенным он не стал. Кто же стали совершенными? Совершенными стали апостолы. Они достигли такого состояния, что они своей жизни отдали за Христа и за то, что Он им открыл. Стали совершенными равноапостольными, Нина равноапостольными, Ольга, Елена и другие. Стали совершенными святители, то есть епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи. Все? Нет, не все. Не все. Конечно, стали святыми мученики, чьи имена мы носим. Мужчины и женщины. Среди них София, на глазах которых загубили и лишили жизни 3 ее детей. И сама на могиле детей она сказала, Господи, зачем мне эта моя жизнь, забери ее. Но особая тема в том, чтобы стать нам другими, иными, стать снова совершенными и в нраве, и в духе, это преподобные. Преподобные – это монахи. А кто был не монах? Иоанн Креститель не монах разве был? Апостолы после того, как пришли к Христу, разве не монахи стали?
Большинство равноапостольных разве не монахи? Когда придете сегодня домой, спросите себя, что у вас главное в жизни? Ради чего вы живете? Что над вами доминирует? И вы поймете, ради чего вы живете. Можно быть сапожником, но день и ночь думать о Боге. Можно быть земледельцем, но день и ночь думать о Боге. Можно быть поваром, но день и ночь думать о Боге. И можно быть правителем, Бога не знать и к Нему не обращаться. Можно быть врачом и убить миллионы людей, не думая о том, что придется отдать ответ Богу за каждую убитую душу. Преподобные. Все люди, которые жили ради Бога, на первом месте у них был Бог. И Бог им дал святость, Бог им дал разум, Бог им дал премудрость, как Соломону и Давиду. Поэтому каждый из нас должен хорошо понимать. Мы можем быть хорошими специалистами. Мы можем быть прекрасными профессионалами. Мы можем быть прекрасными организаторами и управляющими. Речь идет совершенно о другом. Этот юноша жил по заповедям Бога, потому что весь народ, в котором он родился, жили по этим заповедям. Но чего-то в нем не хватало. Не хватало благодати Святаго Духа. По заповедям жил, а благодати не было. Боялся нарушить заповедь Бога, взять чужое, не отдать десятую часть на храм. Но благодати не хватало. Если мы желаем с вами, чтобы у нас, в отличие от Каина, не было зависти, чтобы у нас не было осуждения кого-то, чтобы не было никаких прелюбодеяний, чтобы мы простили всех, кто нас огорчил когда-либо, мы должны обладать благодатью Святаго Духа. Одно дело – пища для нашего тела, для клеток тела, а другое дело – благодать Святаго Духа, которая наполняет наше сердце, нашу душу, наш ум. А вот этого мало сегодня у людей. Поэтому я желаю вам, чтобы вы именно в первый день Великого Поста поняли, что от нас ожидает Господь. Я желаю, чтобы вы вкусили радость вашу, когда по мере ослабления этой внешней пищи, грубой материальной пищи, наше тело начнет пронизываться все больше духовной жизнью. Я желаю, чтобы это время вы очень много молились. Не обязательно надо уйти с работы и уйти в отпуск. Идете куда угодно, вкушаете пищу, идете на работу, моетесь в ванной или же стоите под душем. Это не имеет никакого значения. Я помню, был в бане с одним человеком, который в парной говорил, когда парил себя веником: «Господи, как хорошо! Благодарю Тебя, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Господи, благодарю Тебя!» Я потрясен был. И дальше, что бы мы ни делали, вкушали пищу, пили чай, он говорит: «Благодарю Тебя, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Господи, благодарю Тебя!» И он запомнился мне на всю жизнь. А можно было бы сказать: какой чай неважный! И вода не горячая, и веник никуда не годный. Тогда бы мы его не запомнили. Он был вот такой, как мы все. Поэтому я желаю, чтобы вы всегда помнили об этом. И помнили о том, что покаяние имеет корень Каин. Каин. Что сделал Каин после того, как совершил вот это грехопадение? Убил своего брата.
Он так опечалился, что пролил первую кровь. Он так опечалился, что не смог удержать себя и своего поведения от этого гибельного поступка. Он ушел с земли, стал строить города. Но мы знаем, что все, кто родился от Каина, они занимались ремеслами так же, как и мы. Они занимались промыслами, они пели, они танцевали, они играли, они рожали детей, вступали в браки. Они общались с природной средой, но имя Бога не призывали. И что с ними сделал Господь? Послал потоп и смыл их. Поэтому я желаю каждому из нас, чтобы нас не смыло потопом времени, потопом этой страшной жизни, потопом этого зла, который сегодня, в котором купается сегодня человечество, потопом этих грехов, которые сегодня кричат и вопят каждому из нас через кинофильмы, через театр, через песни, через эстраду. Я желаю, чтобы мы удержались, чтобы мы устояли. И чтобы потоп этой жизни нас не унес. Давайте пройдем этот пост достойно, и нам очень много откроется. Господи, дай нам сил. Просим Божью Матерь, чтобы она покрыла нас своим амофором, чтобы от нас не отошли ангелы-хранители наши, чтобы нам помогли святые, чьи имена мы носим и кому мы обращаемся. Скажем, что мы всегда говорим Божьей Матери, все упование возлагаем на Тебя. Мать Божия, сохрани нас под кровом Твоим. Аминь.